ребят, привет. Сегодня расскажу вам про такой маленький, но удаленький усилитель, одноваттный. Это, пожалуй, наверное, мечта домашнего гитариста, диванного, потому что компактные размеры, небольшая мощность, а звук, меня, честно говоря, прям удивил. Я слышал там одноваттные усилители, вот этот вот Marshall DSL, там, по-моему, какой-то еще Bogner мне попадался. Ну, в общем-то, так, ничего особенного, какие-то, скажем так, как транзисторные какие-то педальки, вот. И что в нем подкупает, это вот наличие такого взрослого низа в звуке. То есть, обычно, вот еще раз скажу, что маленькие усилители, они как-то вот, ну, такой имеют детский звук. А у этого прям вот он такой, как бы сказать, плотненький, насыщенный. Я его сейчас гоняю через лоудбокс, как обычно, да, подключаю. И надо сказать, что если в цепочку эффектов поставить еще какой-нибудь, чуть-чуть подмешать ему pitch shift, то вообще на записи никто не различит, что там звучит. То есть, характер звука и сама фактура мне вот очень понравилась. Как бы вот. По управлению он вообще простой, элементарный. Всего-навсего три ручки. Ручка гейна, ручка тона и ручка громкости. Есть у него еще такой вот тумблерочек на три положения с буковками TSS. Вот. Но серединку он, в общем-то, так вот регулирует, такого, я бы сказал, на мой вкус, на мой слух, так вот от винтажного до модернового что-то вот он. С тыльной стороны у него есть еще петля эффектов, вот, что тоже как бы хорошо, можно подкинуть какой-нибудь ему дилейчик там или реверок. И также у него есть еще доступен выход в линию. То есть, не знаю, там есть капсим или нету, не смотрел, кому интересно, почитайте. Вот. Собран он на двух лампах, одна в предусилителе, одна в оконечнике. Вот, вес у него достаточно маленький, я его поднимаю, ну, вот одной рукой, я думаю, что где-то он весит примерно, ну, может быть, килограмма 3, ну, может быть, там 4, достаточно компактный размер, и хочу сказать, что при желании его, в принципе, можно таскать с собой куда-то, даже там на те же репетиции, если у вас там есть машина. Чистого звука здесь практически нету, можно сказать, что он отсутствует. Но вот легкий такой вот, как сказать, что-то подобие какого-то кранча для блюза я, конечно, здесь попробовал. Если, конечно, еще прибрать ручку громкости на гитаре, то, в принципе, можно добиться чистого звучания. Но это, конечно, будет такой звук, скажем так, себе не особо насыщенный, такой немножечко поджатый. Вот. Играть на таком звуке, конечно, будет не кайфово. Но это усилок, в общем-то, для определенного стиля музыки. То есть, это только тяжелая какая-то музыка. Ну, что-то там роковое, естественно. Вот. Так что любители вот какого-то, ну, уж прям не супер хай-гейна, но вообще вот тяжеленького, должны его оценить. Ну, вообще, Рэндалл это такой вот усилочек, я думаю, что многие его знают. Вполне себе приятное такое звучание, как бы такое, ну, легким кранчем не назовешь, потому что немножечко он грубоватый, но, тем не менее, все-таки что-то такое блюзовое, вполне возможно поиграть. Сейчас вот я лишнее уберу. Thank you.
Это, кстати говоря, сейчас я ему подкинул pitch shift, и он, как бы сказать, чуточку стал звучать еще поинтереснее в плане вот низа. Друзья мои, на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Всем хорошего настроения. До скорых встреч. Удачи. Увидимся.